Япония поможет Казахстану в подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности страны. Об этом Синдзо Абе заявил на встрече со студентами Назарбаев университета. Он отметил, что этот вопрос в процессе модернизации имеет важное значение. После насыщенного дня премьер-министр Японии вместе с президентом Казахстана посетил главный вуз страны. Осмотрел учебные корпуса и ознакомились с перспективами развития университета. Его ректором, кстати, также является японец. Лекция для учащихся Назарбаев университета продлилась более часа. В завершении встречи японскому гостю была присвоена степень почетного доктора Назарбаев университета.